так. Понял, Макс, чтоб не курил. Да, это мы там. И ты тоже. Шановні відвідувачі, зоопарк працює на вхід до 17:00. Після цього часу до 18:00 зоопарк працює тільки на вихід. Ух ти, красиво. Сейчас папа скажет это, троим сфоткаться. Слышишь? Сейчас. Говорю, в зоопарке так детей много. Пошли, Ром. Это, наверное, на твой? Че ты на этот сфоткаешь? Я на этот сфоткаю. А как мне, вот для кого? Вот так. Ну иди. Под низом стань. Знаешь, что он сказал мне? Что? Ты снимаешь это? Снимаешь? Конечно. Это потом тетя Настя скинет. Говорит, хочешь посмотреть на обезьяну? Говорю, хочу. Говорит, он, там где-то зеркало есть. Нормально? Рома. А вон они там. Что тут медведи? Медведи не лазят, видишь? Ух ты. Такой, если же уже за жопу укусит, да? Такой бы, скажи, Харри, метку бы поесть, да? Пошел куда-то. Где его, интересно, хатын-то? Где-то тут загоняют, а вот тут, наверное, внизу. Наверное. Там он обезьянный. Ага. За стеклами. Хорошо, что тут это застекленное все. А то песком утоп. Как будто ненормальная обезьяна. Пошлите смотреть обезьянку. А этот, видишь, Макс, протянута проволока, чтобы да. Вдруг не выбрался. Так что если туда упал, то хана, все уже. Ныряй сразу и бульбу пускай. Капец. А, это и деревья позакрывали, чтобы он не залазил. Одно то по центру осталось. А что, у нас туда может? Пошел. Ага, да. Где-то вокруг пошел. Вот ну, пошли туда. Ну, вон, смотрите, пошлите, обезьянок, посмотрим. А, вон они. У нее попа розовая и модная красная. Водоемчик даже есть. Угу. А? А я что-то сказала? Пошли дальше. Ребят, начинай. О, она обиделась. А ты уже на всех обидел. Собака-енот. Там нету никого, да? Ку-ку. Они где-то. Наверное, их уже съели. Наша фу. Собака съела. Собака-енот. Что? А собака-енот. А, олень. Подумал, тот все. Вон там олень ходит. Мама, а? Вон там далеко ходит олень. А там кто? Птица. Ром. Пугач. Куда пошел? Написано пугач там. Пугач, да? Як а, понятно. Там его немає. Уже тут что такое? А тут медведь уже все ходит, да, сын? Нет. Как нет? Вы собираетесь стань как-то красиво. Блин. Как? Ну, засунь руку в карман. Да, вот туда тут. Ну да, красиво как он. Вот сюда, встань. Все ищут медведя, а он заныкался, наверное, к себе в дырочку. Да?
Помнишь, ну шел. Да, он же ж оттуда шел туда. Он, наверное, туда зашел точно. Нет его пока что, он там где-то. Угу. Остался ночевать. Угу. А тут они устроили. Гляньте, вот что сделали. Ровно туда. Видите дальше, я предлагаю. Говорят, пингвины есть. Иду, иду. А, они такой тигренок. Как слышали, да? Ну, это за три посмотрим. Спать не можем? Ром, тебе такого домой спать с ним, да, ночью? Теплый был. Вот так. Умывает. Да? Давай мы с тобой сюда. Вот так смотри, ты будешь Я потом кричу, Вика. Пингвины там, да. Мы туда к нему идем. Папа, там. Что там? Ну, там где? Где-то пингвины. Да, да? Красиво. Нань, просто нажми, снимай меня. Да, подожди. Ой, у меня видео идет до сих пор. Да? Ну ничего, на. Боже, как красиво вообще. Давай я тебя сфоткаю. Давай. С папой. Ух ты. Лянь, тут даже что-то этот иногда бывает, как концерты какие-то. Вообще. Красиво. Просто красиво. Мне кажется, красота. Мы как раз вот вовремя приехали. Ну, и летом было классно, когда все зелено. Ну да. А сейчас вообще листья красивые, такие желтые. Да, вообще класс. Класс. Обалдеть. Алло. А, ты там? Они там? Во. Сейчас идут. Ну, идите туда, а я до папы с Ромкой подойду. Ромка что-то захотел уже. Что ты захотел что-то, да? Да. А, такая. А мы уже в магазин зашли. А вот идут. Женщина идет уже. Ничего. Вы замороженный? Да. Этот, можно апельсин и банан шоколад. Два в один, да? Да. Да? Выбачаюсь бы я. Ничего. Поезд, что взял. Пойти, да? Ромка мороженое будет. В этот? Что на волосах было, не знаю. Все нормально, какой. Меня уже столько на волосы. А. Ну да. Скелеты. Скелет динозавров. Может пингвины там? Может и пингвины. Где ты? Так, взяли Ромке мороженое, да? Ромка довольный. Это 100 гривен мороженое стоит? 60. А все равно. Вот как тут воняет. А, вон козлы ходят. Да,
зоопарку і пройти в найближче укриття, що розташоване на станції метро «Університет». Будьте свідомими, не ігноруйте сигнал повітряної тривоги. Птички плавали. Куда мы будем бежать, если что? Никуда. А где медведь, там яму вырастет. Ну да, как убежать. Все, у меня память будет забита. Ух ты, как красиво. Кто? Лежат. Ага. Ля из дерева, что вырезали? Ага, вообще красота. Класс. Главное, они в тенечке попадали. Что, Дима? Жирафы стоят. Может, туда пойдем? Да, раз у нас сегодня день яйца назначается, можете подивитися на нашу чудовую выставку та викторину не пов'язані. Куда вы? Подивитися яйца, на яйца, на Рома! Все равно. Иди сюда. А что ты сказал? Смотри, как дома таких завести, да? А, так вот эти помпы боже мой. А, вот они. А какие люстры. Слышишь? А какие люстры. Люстры, да? А что, мы туда пойдем? А может, тут туда вниз? А мы как раз обойдем, да? Короче, представляете, бесплатный зоопарк. Мы в шоке. Мы ни копейки не заплатили вообще. Мы просто ходим, гуляем. Класс. Вообще. Да, Дудь? Угу. Обалдеть. Да. А сколько времени? Мы хоть успеем время все? Время пол первого. Да уже пол первого. Ты шо? Успеем мы до четырех или нет? Не знаю. Посмотрим, короче. Шо там? Фу, мам, ужасно я получила. Да все там нормально. Нет, мама. Глянь, что это за фотография дебильная? Ну, как стало, так я и сфоткала.
О, эти страусы. Страусы ходят, глянь. Это эти. Страусы. Травку щипают. Все, догоняю своих, иду. Догоняю, куда-то пошли. Вкусное мороженое, сын? Очень. Дуся уже стройная. Все, уезжаем, Дуть. А? Ну так а что ты вот тут начинаешь? В смысле ни одной нормальной? Все нормальные фотки. Дуть, ну я не фотограф, елки-палки. Так при чем тут ты? Ну. Ты нормально сфоткала, я там сама себе не нравлюсь. Все там отлично. Нет. А что тут? Тут ничего, пусто. Ромка,